вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Днем -4, -6 градусов, ночью 7-9, ниже 0. Ветер южный 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток -4, в темное 6 с минусом, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем -4, ночью 6 градусов ниже 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем -4 градуса, ночью -8, южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 62%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.